Привет, и сегодня я буду вам показывать, как нацеплять накладные вот ногти. Их у меня тут 10, но тут надо подбирать пары. Значит, сейчас мы переключимся, когда я подберу пары. Все. Я сложила на все пары. Можно приступать. Вот этот вот, как большой ноготь. Мы должны прилепить вот таким вот клеем. Берем вот так. У нас должна быть нижняя, чтобы ее прилеплять на палец, а не квадрат, а круг. Мы вот так вот клеем наносим. Главное, чтобы у вас не прилепилось на кожу, и вот так вот просто на палец накладываем и держим. Так. Вот. Первый палец прицепился у нас. Теперь второй большой. Тоже таким же. У меня тут смайлик. Я уже прицепляла, и получилось то, что у меня там смайлик был. Тоже прицепляем. Так надо. Так, приклеить. Это мы прикрепляем на другой палец. Тоже должно замерять. Пока вот так получается у нас. Теперь мы делаем вот это. Это на вот этот палец. Мы берем опять круглой стороной и вот так вот клеем наносим. Не могу показать, потому что мне нужно двумя руками. Просто клей. Он не так сильно вытягивается. Теперь мы на этот палец наносим. О, бля. Вот все, сейчас нанесем. Все, вот пока тут готово 2 пальца, тут 1. Теперь будет тут 2 и 2. Вот, еще один. Вот так, тут такой, тут такой, тут опять такой, тут опять такой. Тут, а тут такой опять. Вот так и сделаем. Тут мы опять закругляем. Округление, вот так. Намазюкиваем и берем вот так, зацепляем на вот этот палец. Прикольный звук, когда ты ногтями так делаешь. Все, вот это зацепилось у меня уже. Вот. Нормально. Так. Теперь мы зацепляем. Уже неудобно брать. Это на вот этот палец. Теперь мы берем. Вот так. Так, это точно прямо? Да, это прямо. Нравится мне, конечно, лепить ногти, но с ними неудобно. Одевать одежду, снимать одежду. Вот так. Теперь мы приставляем к этому пальцу. Теперь у нас вот такой цвет. Простой. Ой, ну ладно. Вот этот палец у нас кривой чуть-чуть получился. Зацепляем. Крепим. Это точно небольшой палец? А, нет.